Мы вместе. Под таким девизом в Сургуте прошло награждение лауреатов окружного конкурса «Жизнь. Священный дар». Участие в нем в этом году приняли 23 медучреждения и 70 акушеров-гинекологов Югры, главная цель которых – сохранить каждую беременность, повысить рождаемость и сократить число абортов. Тандему властей, общественников и церкви это удается. Вносят свою лепту и сургутские предприятия. Мы оценили этот проект как достаточно важный для нас, особенно вот в последнее время и вопросы демографии, и вопросы вообще психологической поддержки женщин, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, очень важны. У конкурса есть конкретные результаты, он мотивационный. Только в этом году общими усилиями удалось сохранить жизни сотен малышей. За 5 лет шанс родиться появился почти у 5000 детей. По словам руководителя региональной организации «Жизнь. Священный дар» Светланы Старых, так называемые кризисные беременные, женщины, которые находятся в трудной жизненной ситуации, стоят один на один перед сложным выбором – сделать аборт или сохранить жизнь будущему ребенку. В такую минуту на помощь и приходят волонтеры. Мы просто сами видим, насколько за последние 5 лет изменилась вовлеченность медиков, вовлеченность властей вот в эту сложившуюся ситуацию. Потому что практически женщина остается один на один со своей проблемой. Поэтому я считаю, что это хороший результат. И мы можем этим гордиться.